Всем здравствуйте, рада видеть каждого на моем канале. К сожалению, я вас не вижу, но я вас чувствую. Видите вы меня. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас пицца. Вот так вот аппетитно она выглядит. Она лучше, чем покупная. Посмотрите сзади, как классно пропеклась. Рецепт я вам обязательно оставлю. Получается просто пушка. И еще вот такой Биг Пон, он просто немножко горячий, надо подождать. Сегодня я встала поздно. Сегодня мы с мамой идем к дяде. У него родился внук. Внучка. Недавно. У нас как-то так принято, если у кого-то родился ребенок, я не знаю, как у вас. Покупают какой-то подарок. И дарит ребенку. Но мы решили не дарить ничего. Точнее, не покупать ничего, а подарить просто деньги. Пусть сами выберут, что им нужно. Какая пицца. Это ребенок моего двоюродного брата, получается. Почитала комментарии под прошлым мукбанком. И вы знаете, как будто я сходила к психологу. Столько дельных советов. Спасибо вам огромное. Честно, очень приятно. Кто-то мне даже в Инстаграм написал. Прикиньте, у меня есть подписчица. Зовут ее Ляман. Ляман, тебе огромный привет. И она меня смотрит. Почти с первых дней, как я начала вести канал, и по сей день. Прикиньте, сколько лет. И вначале она смотрела меня, когда я снимала про косметику. Прошли годы, и человек все равно смотрит меня. И мне так удивительно. То есть раньше ты смотрела, например, про косметику, тебе было интересно. Потом я начала снимать мукбанки, он все равно меня смотрит, ничего не пропускает. Все моменты моей жизни знает. Так приятно. Я просто как-то поражаюсь таким подписчикам. Это уже не как подписчица, это уже как подружка. Надо, кстати, с ней как-нибудь встретиться. Просто она сильно младше меня. Она, получается, сейчас поступает в универ. А я дофига старше ее. Мне, с одной стороны, как-то даже неудобно. Я, наверное, буду как тетенька рядом с ней. У меня обычно всегда подружки, знакомые, все всегда старше. Хоть даже на немножко, но старше. Я как-то даже не привыкла, что у меня подружка была младше меня. У меня такого не было. Только Айсельчик. Айсель, конечно, это вообще очень искренний, добрый человек. Вот Айсель, мне она очень нравится. Берем пиццу и начинаем хавать. Вообще очень круто иметь YouTube канал, просто потому что ты получаешь дохрена отдельных советов от людей, которые уже были в отношениях, кто-то был в браке, развелся. И реально люди вот тебе советуют, чтобы тебе помочь. Не просто, знаете, как, например, подружке ты что-то рассказала, она такая, забей, да? Хочется сказать огромное спасибо всем. Это реально отдельные советы. Также в комментариях меня спрашивали, как я пришла к тому, что я поступила в экономический. Почему именно экономический?
тогда у брата не было этой компании. Он тоже работал на кого-то. Я поступала сколько лет назад. И тогда не было мысли, что я буду работать у брата и все такое. Просто я подумала, вот чем я могу по жизни заняться. Сказать, что у меня феноменальная память, и я смогу хорошо учиться, у меня особого даже желания учиться не было. Скажу вам честно. Хорошей памяти тоже. Родители очень хотели, чтобы я стала медиком. Но я понимала, чем быть плохим врачом, лучше им вообще не быть. Я думала, куда? Куда сунуться? Я знала, что педагогом я не смогу быть. Потому что учитель должен иметь некий авторитет. Учитель должен уметь подчинить себе учеников, чтобы они не издевались над учителем, а реально слушались, прислушивались, уважали. Я понимала, что я это сделать не смогу. И вообще большая часть нашего класса шла в экономический, и я подумала, куда все, туда и я. Хотя в этот момент все меня отговаривали, говорили, ой, сколько сейчас экономистов развелось, все на рынке торгуют. С дипломами. Очень тяжело сейчас работу найти экономиста, все идут туда. Но никогда не бойтесь конкуренции, я вам скажу так. Кто-то говорит, вот, сейчас на Ютубе сколько конкурентов. Не бойтесь этого всего. Если вы будете выполнять свою работу хорошо, у вас все получится. Я решила все равно, несмотря на все эти моменты, поступить в экономический. И пока я училась, родственники, знакомые говорили, вот ты учишься, столько денег платишь за универ. Ты думаешь, как ты закончишь универ, так сразу работу найдешь. Сложности начнутся тогда. И удивление всех моих родственников, когда через неделю после того, как я закончила универ, я нашла работу помощником директора в одной очень крупной сети. У меня такое кресло, у меня такое место работы. Все очень сильно удивились, как это так получилось. Ну, я вам скажу так, было бы желание, работу можно найти везде. Правда, зарплата была небольшая, но для начала было просто идеально. Так что никогда не бойтесь конкуренции. Особенно мой отец хотел, чтобы я была врачом. Потому что мой дедушка, царство ему небесное, он был врачом. Причем очень-очень уважаемым, очень грамотным. И папа очень хотел, чтобы я продолжила как бы его дело. Вы знаете, например, да вот, к примеру, возьмем Ольгу Бузову. Она там пишет книги, там, не знаю, делает какие-то парфюмы, у нее там своя косметика, выступает, поет, ведущая. То есть она успевает абсолютно все. Я не такой человек. Мне надо заниматься чем-то одним. Например, у меня появился второй канал, вот сразу уже на этом канале просмотров стало меньше, видео стало меньше. Часто мне в комментариях пишут, открой какой-то свой магазин, не знаю, салон. Мне очень тяжело распределять время на несколько отраслей, поэтому я выбираю быть блогером, именно поэтому я, наверное, ушла с работы.
Ушла я правильно сделала или нет, я пока не могу вам точно сказать, потому что я в полной мере не снимаю видео для YouTube. Возможно, если я буду и на бумажном канале снимать, и здесь снимать, это все будет приносить мне столько же денег, сколько и с работы основной. Потому что на моем бумажном канале видео набирает очень хороший просмотр. Там по 80 тысяч, прикиньте. Минимум видео там 50 тысяч набирает. Весь январь я устроила себе такой отдых, так скажем. Я снимала видео, но я решила отвлечься от всего этого. Было еще много других моментов, что не давало сосредоточиться. Когда у тебя нету настроения, когда у тебя прям вот конкретно нету настроения, я не знаю почему, но мои зрители сразу это чувствуют, начинаются комментарии. Что случилось, Айка, рассказывай, давай, выкладывай. Какие-то вещи я вам могу рассказать? Какие-то не могу. Потому что меня эти конфликты не касаются. Семейные какие-то разборки. Я стараюсь рассказывать ситуацию касательно меня. Обожаю Рафаэла. Это просто любовь. Вообще любая работа хранит в себе очень много сложностей. У меня подружка, она педагог. И она порой рассказывает такие истории со своей работы. Сложнее всего она всегда говорит, что работать именно с родителями. И вот начинаются там претензии, почему мой ребенок получил четверку по этому предмету, если он ходит к репетитору. Тут это тоже своего рода ответственность. Я так поняла, не все родители адекватные. Есть, которые требуют там, у тебя ребенок знает, например, английский на 2. И родительница сразу хочет, чтобы ее ребенок на следующий месяц получал 5. Да и конкуренция сейчас огромная просто. Вы знаете, вообще при желании, мне кажется, если человек действительно хочет выучить английский, он может это сделать с помощью интернета. Сейчас появилось столько возможностей. У нас в универе был парень, он очень плохо учился в универе, почти все экзамены у него там были не сданы, срезы и все дела. Но он начал учить китайский язык. Мы как идиоты просто над ним угорали. А сейчас он угорает над нами. Когда ты специалист какой-то узкой специальности, тебя и уволить боятся. И зарплату хорошую предлагают, потому что найти такого специалиста потом нелегко. И он китайский.
Английский знал в совершенстве просто. На английский, ладно, на китайский. И он говорил просто благодаря Ютубу. Я смотрела Ютуб. Поэтому было бы желание. Еще надо в животике место оставить для мероприятия. Там тоже наесться. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, оно было интересным, не забывайте ставить лайки. Всех люблю. С вами была Айка, уже Твикс приперся.